Ежегодно всероссийская акция «Бегущая книга» призвана привлечь внимание к библиотекам, раскрыть их для читателей по-новому. Интеллектуальный забег сочетает в себе элементы игры и спорта. Волонтеры в футболках с яркой эмблемой и с книгами в руках стартовали от детской библиотеки имени Пушкина навстречу горожанам, чтобы превратить в книголюбов всех от мала до велика и подарить каждому заряд положительных эмоций. Задача основная и у ребят, у наших помощников, и у библиотекарей состоит в том, чтобы привлечь больше читателей в нашу библиотеку, и чтобы читатели приходили, читали книги, интересовались тем, как живет наша библиотека. По условиям забега волонтеры отправлялись по общественным местам города и задавали прохожим тематические вопросы для проверки эрудиции и знания произведений Пушкина, Маяковского и Достоевского. Саровчан просили не только назвать знакомые им труды русских писателей, но и процитировать строчки из любимых произведений. Ну, горожане отвечают всегда правильно и очень как-то грамотно. Иногда подсказываем, а иногда они все сами правильно отвечают. Организаторами акции в нашем городе стали детские библиотекари и волонтеры подросткового волонтерского объединения «Нокаут». Яна Додонова уже несколько раз принимала участие в этой акции и считает, что такие мероприятия позволяют узнать что-то новое и привлекают людей к чтению книг. Это хочется помогать вот людям, библиотекам. То есть это интересно тем, что много знаний можно получить от этого. То есть узнать что-то новое. Когда пообщаешься с людьми, можно набраться новых слов для словарного запаса. В награду за правильные ответы горожане получили приглашение в библиотеку и книги саровских авторов Петра Гордеева и Павла Тужилкина. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.